И возвращаясь к теме футбола, еще до начала такого удачного для нас матча против Черногории, недалеко от стадиона «Открытие арена» был заложен камень в основании тренировочной базы московского «Спартака», что называется, в шаговой доступности от домашнего поля. Отмечу, в дни проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу в 2018 году на этой базе будут тренироваться сборные участники турнира. Мы рассчитываем, что эта база будет в 2017 году, к апрелю месяца 2017 года, полностью построена. И будет уже сдана организационному комитету для организации проведения чемпионата мира. Это первая база, которая создается, в том числе специально под чемпионат мира. Ну, конечно, она будет использоваться и как футбольная база «Спартака». Потому что спартаковцы знают, что «Альма-Матер», конечно, это хорошо, но добираться туда достаточно тяжело. Здесь, конечно, когда находишься в 5 минутах от стадиона, рядом будет располагаться микрорайон, там будет построена гостиница, которой можно готовиться к матчам. Конечно, никаких оправданий для плохой игры не будет. И там же, рядом со стадионом, у входа на южную трибуну, сегодня был открыт памятник одному из ярчайших игроков отечественного футбола и московского «Спартака» Федору Черенкову. Он ушел из жизни год назад, ему было всего 55 лет. Федора Черенкова дважды признавали лучшим футболистом страны. С большим уважением к нему относились практически все болельщики. Добавлю, что имя Федора Черенкова носит и «Спартаковская футбольная академия».